Всем салют, меня зовут, неважно, как меня зовут. Я хотел снять видео и показать, как я наклеил термальную модную пленочку хамелеон на фары своей тачанки. Давайте посмотрим. Тачанка у меня Приора Универсал, цвет Снежная Королева. Вот так смотрится на данном цвете и на машине. Вот эта вот пленочка, заказана она была на этом известном китайском сайте AliExpress. Обошлась 500 рублей на обе фары эта пленка. Клеилась полтора часа, садилась плохо, но в итоге полтора часа еботни. И вот вроде бы она натянулась. Пока не слезает, не выцветает, уже 3 месяца езжу. Так смотрится, мне нравится. Кому не нравится, наверняка сейчас посмотрят, скажут, колхоз. Ну, хозяин барин, как говорится. Сейчас я покажу, как она светит. Светит она, за счет нее фары светят, конечно, хуже. Стали светить желтым. Ночью видно хуже. Но вот колхозный тюнинг требует жертв, поэтому смотрите сами, решайте сами. Наверняка у многих возникнет такой вопрос: а что же гайверы, да? Ну, меня останавливали 3-4 раза. По поводу этой пленки претензий гайверы никакие не предъявляли. Ну вот, пожалуй, наверное, и все, что я хотел сказать. Берегите себя, свой автомобиль, и пока.